Рейтинг качающих городов республики постоянно меняется. Сейчас в лидерах Усинск, Воркута и Печора. Эта тройка даже обогнала Сыктывкар. Особый сюрприз мы приготовили для наших абонентов Воркуты и Усинска, так как там живут самые активные интернет-пользователи. Мы приготовили для них специальный тариф под названием «Мой онлайн плюс». Абонентская плата составляет всего 250 рублей в месяц. А в пакет включены 20 гигабайт интернета, 550 минут на все звонки по России. На этом подарки не заканчиваются. В Новый год Теле2 дарит 3 месяца безлимитного интернета. Нам предстоят длинные новогодние каникулы. Уже думаю, чем занять себя и своих детей. Мобильный интернет нужен всегда, особенно подрастающему поколению. Игры, всякие развлечения, мне, фильмы, работа. Поэтому хотелось бы подобрать выгодный тариф с большим интернетом, с маленькой ценой, а не наоборот. 3 месяца безлимитного интернета в подарок. Этим предложением можно воспользоваться всем новым абонентам в Республике Коми. Для этого необходимо прийти в салон до 8 января и подключиться на тарифные планы «Мой онлайн» или «Мой онлайн плюс». В связи с таким активным ростом трафика передачи данных компании Теле2 в 2018 году на регулярной основе строит и запускает дополнительно базовые станции 4-го поколения по всей республике Коми. Это и в Сыктывкарском, и Ухтинском, и Усинском, и Печорском, и других районов. Мобильный интернет от Теле2 удобен, доступен, быстр, и вариантов его использования очень много. Мобильный интернет вообще можно использовать для того, чтобы почитать новости, а также произвести оплату. Свои нужды какие-то по соцсетям, ну, какие-то информацию полезную поискать для себя. Подготовиться к зимней январской сессии. Прочитать научных статей, чтобы начать писать курсовую. Музыку слушать, радио можно слушать. Чтобы связаться с родственниками. В первую очередь для поздравлений, обменом информацией какой-то, да, там назначаем встречи, свидания. Екатерина Борж, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.